мой отец, Веселов Александр Васильевич, был призван в армию 16 марта 1942 года, через 8 дней после рождения моей старшей сестры Гали. В Омске была сформирована 308-я, стрелковая, 120-я, гвардейская, рогачевская имени Суворова и Кутузова дивизия под командованием генерала Гуртьева. О славном пути вот этой дивизии рассказывается в книге «От Иртыша до Эльбы». Во время войны мой отец был сапером. Но, как говорят, сапер ошибается один раз, не ошибся, спас многие жизни, вернулся здоровым, живым и здоровым. Был ранен, контужен. Когда он уже был в Берлине, на одном из разминированных зданий оставил запись «Проверено, мин нет» и подпись «Веселов». Эта запись нашла свое отражение в документах кинохроники. Шли моей маме и сестрам письма с фронта, письма, в которых очень мало рассказывается о себе, больше заботы о своих близких. Нахожусь на территории, где были в 1941 году фашисты, фашистские разбойники, опоганившие нашу землю, о которой писал Тургенев в своем произведении «Бежен луг». Смотри, не надрывайся, береги себя. Ну что поделаешь, родная, всем сейчас нелегко. Вот уже разобьем поганых фрицев, тогда и заживем по-новому, по-молодому. А я чувствую, что скоро им будет капут. Эти письма мы храним как святыню в нашей семье. Спасибо маме, что она их сохранила, передала нам. Поэтому мы многое узнали из этих писем о папе. Сам же он об этом рассказывал очень-очень мало. Ну, как, наверное, и все фронтовики. Есть статья о моем отце в документальной книге «Эта память нужна». Был отец награжден медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за взятие Сталинграда, за освобождение Сталинграда, орденом славы и многие другие награды благодарности. Мы гордимся своим отцом, гордимся всей нашей большой семьей. И часто вспоминаем его, разговариваем, читаем его письма.